Всем привет, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем смотреть на наше новенькое обновление 6 лет в Элбое. Прожимаем ваши лайки и, конечно же, не забываем вступать в мой телеграм-канал, друзья. По ссылочке в описании залетаем и участвуем в розыгрыше. Скоро будет розыгрыш, так что советую, кто хочет получить бесплатно крутые награды, залетайте. Итак, друзья, давайте посмотрим, что мы сегодня будем делать. Первым делом, конечно же, я бы хотел вам показать вот этот стол под названием лаборатория. Мы сегодня его сделаем, мы сегодня его посмотрим, что вообще можно с него скрафтить. Это новенький стол, который добавился в новом обновлении. Давайте посмотрим. Значит, ставим мы его где-то дома, я не знаю, куда его поставить, но давайте поставим, к примеру, ну, например, вот сюда. Вот тут вот нормально будет, я думаю, отличненько. Так, пойдем посмотрим, что он дает. Ой-ой-ой, не пройдешь. Ну, он, знаете, ну, он такой более-менее интересненький, потому что я лично, ну, не знаю, что на нем делать, но мы сейчас разберемся, так что прожимайте лайки и пишите, обязательно пишите комментарий. Так, поехали. Все рецепты, ребят, все. Ой-ой-ой. Что это, 20 титановых слитков, 10 электроники, 10 стекловолокна? Ай. Знаете, если честно, мне больно смотреть на данные цифры, но сделать 5 проводов, ну, микросхему, в принципе, тоже неплохо. Взрывчатое вещество более-менее, ну, так себе. Аккумулятор, если ты не можешь поехать на локацию с АТВ. Ну и, конечно же, полетный контроллер, друзья, для нашего, конечно же, дрона. Честно сказать, дорого, очень дорого, полетный контроллер, 20 титановых слитков, что, блин, дороговато. 20 титана, 10 электроники, 5 схем. Ну давай попробуем сложить что-нибудь, 20 титана. Вот это, конечно, пацаны, нормально, 20 титана, 10 электроники, да, 10 электроники. Где у нас электроника, я вот не помню. 10 электроники. Так, давай вот здесь мы пройдем, вот тут посмотрим. Блин, ну прикольный столик, конечно, интересный. 10 электроники и стекловолокно. Электроника плюс микросхема и стекловолокно. Давай посмотрим, у меня есть эти ресурсы, наверное. 5 штучек, да, по-моему, нужно. 5 штучек электроники, стекловолокно и что там еще? Ага, лампочки эти, электроника, я понял. Давай пойдем вниз, вот здесь он точно должен быть. 10, да, там электроники, по-моему, 10 стекловолокна. Вот тут, в принципе, стекловолокно есть, да, электроника также у нас есть. Ну, немного электроники, так что электронику нужно вот именно сохранять, не сильно выкидывать куда-нибудь, но дело такое. Так, вот здесь, да, вот так вот мы поставили этот супер-мега-космический лаборатория. Прикольно, не спорю, но дорого. Кстати, ребятки, появилась новая функция, когда ты можешь ускорить вот этот крафт за рекламу. Это раз. Следующее, это когда ты умираешь на локации, ты можешь восстановиться за рекламу. Это два. Это очень круто, потому что, к примеру, да, 41 минута у меня. Ну, давайте я нажму посмотреть рекламу. Давайте посмотрим, сколько оно, например, сделает. Смотрите, друзья, сразу полетный контроллер залетел к нам. 40 минут. Короче, мы сохранили 20 монет, и получилось так, что, блин, интересная тема. Именно прикол в том, что мы можем, например, длинные, например, 40-минутные, часовые какие-то там крафты, переработки, что-то еще, да, ускорять. Да, тут смысла нет, типа, ускорять, например, тот же уголь, нету смысла. Но есть смысл ускорить, например, вот так вот, как мы только что ускорили. То есть, типа, взять и бомбануть нормально. То есть, 40-минутную тему или же там часовую тему. Особенно, знаете, где хорошо можно будет ее использовать? В поселении, друзья. И я тут понял так, что вроде бы реклама без лим,
То есть мы можем сколько хочешь смотреть рекламу. Короче, интересная тема, особенно изменения такие, особенно для тех, у кого нет монет, новичкам, например, да, тех, кто не хочет ждать, например, там те же 40 минут, а могут взять и ускорить, посмотреть рекламу, не тратить монеты. Это очень круто. Это крутое изменение, особенно если оно безлимное, это очень круто будет. Я честно говорю вам, что даже я буду пользоваться данной темой, потому что у меня там, например, потратить 30 секунд рекламы посмотреть или же ждать час, там 40 минут, я лучше посмотрю рекламу, ребятки. Лучше посмотрю рекламу, конечно же. Ну, вот так вот, вот так вот, как-то так. Столик мы сделали, полетные контроллеры. Теперь можем крафтить себе хоть целый мешок, особенно если у тебя есть ресурсы. Ты можешь как бы, ну, сделать целый мешок, скажем так. Потому что у меня лично мешка нету. Все, это все понятно. Значит, больше ничего такого здесь я не видел, чтобы сильно там какое-то мега космичное. Вот, нужно будет еще, можно будет, наверное, все-таки ящики, да, давайте вскроем, там у нас, я не помню, сколько мы собрали, но 6 штук, 1-1, вот так вот мы собрали с вами. Давай откроем вот эти очень редкие, супер-мега-бесконечные какие-то кейсы, которые выпадают с них, супер-редкие детали, особенно вот такие вот чопперы какие-то, какой-то, вот это крутое превосходство. Такого у меня нету, ребят. Это очень крутой портфель. Блин, классный, честно скажу, признаюсь. У меня такого не было, и я сейчас его одену, наверное. Вот, прикольный, превосходство, да, оно называется. Давай мы его чисто заценим, постестим, ну, чисто померяем хотя бы, как минимум. Вот, прикольный портфельчик, прикольный. Мне он очень понравился. Давайте, да, открываем, я пойду еще на транспортный хаб обязательно. Сегодня у меня откат. Вот, мы сегодня попробуем сделать спидран на транспортном хабе. То есть, что такое спидран, кто не знает, расскажу, ребят. Это очень быстрое прохождение. Это берешь максимально топовую пушечку, максимально большим дамагом, и начинаешь наяривать. Наяривать так, чтобы наяривать... Ну, вы поняли. Так, а где наш новый портфель? Ой-ой-ой, у меня, конечно, здесь портфели. Ё-моё. Громила, ведьма. Вот это норм. Ну, может быть, портфельчики посмотрите мои. Потому что я сам точно не помню, где вот этот новый выпадает. Но он где-то рандомно в вот этих всех портфелях перемешивается. И на этом все заканчивается, ребят. Так, сейчас, секундочку. У меня тут Томирик. Томирик. Так, ладно, давай вот это мы быстренько грибочек. Грибочек какой-то непонятный. Я в принципе, не могу найти. Тут сколько портфелей. Ну просто жесть, ну просто капец какой-то. Так, где же этот новый портфель? О, вот он, ребят, вот, нашел. Ой-ой-ой, посмотри. Именно под этот костюмчик, как красиво он смотрится. Посмотри на этого дядю. Огонь, правда огонь? 35531. Вот это пароль бункера Альфа, наверное, на нем нарисован. Прикол. Так, ну что, транспортный хаб, ребят. Транспортный хаб, как без этого. Мы едем сейчас разваливать. Развалим так, по-быстрому. Я не буду долго там мороситься. Мы чисто заходим и выходим. Все, чоппер я беру, не беру. Наверное, не беру. Поехали в транспортный хаб. Здесь мы будем делать очень все быстро, потому что смысла мне где-то с кем-то здесь воевать нету абсолютно, ребят. Здесь собираем какую-то толпу, волну, балду, не знаю, зомбарей. Наша задача, это, конечно же, выбить какой-то ключик хорошенький, да, чтобы нам было удобно, чтобы мы смогли как бы без вопросов, без проблем каких-то, либо забрать все, что нам необходимо, и, в принципе, все будет хорошо. Бэ, просто бэ. Да пошли вон, ну пошли вон, ну да дурачки, ну что вам от меня нужно? Вот скажите, что вам от меня нужно, нужно? Бэ, просто развалил всех вот здесь по кругу. Я не знаю, буду ли я открывать ящики, скорее всего нет, потому что смысла я не вижу в этих ящиках. Мне лично нужно сейчас, это максимум, что я могу сделать, чисто какого-то босса убить, для того, чтобы вы поняли, да, забрать, конечно же, ключик, туда лезть я не буду, вот именно в эти все зомборезы не хочу. А где эти боссы у нас? Тыквоголовые, вы что тут делаете?
Интересно, тыквоголовые здесь есть? Вот, там у нас нету никого. А где же босс? Вот тут босс, что ли? Ну, давай посмотрим. Привет, босс. А, да тут обычный демон зла. Вот, давай мы его быстренько побомбим. Так, иди сюда, Индюшечка, Индюшечка, стой, 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 родная моя, любимая. Вот, иди сюда, оп, оп, ой-ой-ой, ну как ты меня оглушил, братан? Вот скажи мне, как ты меня оглушил? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, иди сюда, Индюшечка есть, да, забрали. Главное, Индюшечек забирайте, потому что они будут мешать нам 100%, ребят. Да, ё-моё, ты посмотри ты на него. Так, хорошо, ну давай скарчик возьму, не знаю. Вот, скарчик, тема топ. Конечно, тут босс улетает просто за 12 секунд. Вот, как вы видите, наносится урон максимально быстрый. Вот, наш босс вообще ничего не может сделать. Мы просто наяриваем ему сколько хотим, столько и наяриваем. Ах ты гаденыш, ах ты гаденыш. Ну что ты жрешь, я уже уничтожил твоих индюшат. А ты жрешь и жрешь, жрешь и жрешь. Ну ладно, скарчик так скарчик, братанчик. Ой-ой-ой, пердеж у тебя серьезный, братан. Пердеж серьезный, нормальный, нормальный такой, знаешь. Ну, давай мы, ладно, вот так вот сделаем. Где ты, где ты? Ай, ну ладно, индюшечки мои. Индюшечки мои. Ну как ты жрешь? Ну я же уничтожаю твоих индюх. Ну хватит, отлетай, отлетай, братишка. Братишка, отлетай. Да ну как, ну 200 восстановил? Ну ж еще 200, блин. Ну ты рофлишь с меня. Блин, ну херов рофлер. Ну просто капец какой-то, вообще там движ Париж. Ну ёб твою дивизию. И как вы видите, друзья, есть кнопочка восстановить. Давай попробуем ее нажать. Эта функция работает так, чтобы вас закинуло домой. То есть, если вы пошли на битву с Громилой, к примеру, вы чисто восстанавливаетесь и, конечно же, ребятки, конечно же, появляетесь дома. Нас просто закинуло домой, и мы с лутом вернулись домой. Вот и все. То есть, если вы умерли на красной, зеленой, желтой, неважно какой локации, вы просто нажали кнопочку «Восстановить», посмотрели обязательно рекламку, и на этом все закончилось. Вы просто автоматически превращаетесь с трупа в нормального пацана и оказываетесь дома. Вот и все. Вот и все кнопочки, которые мы с вами видели. Да? Вот, это очень круто, если честно. Так, дружище, я понимаю, ты мощный тип, но да, я тебя добью, ну хватит убегать, зачем тебе индюшки, да иди сюда к черешне, он нормальный пацан. Почему ты убегаешь, братанчик? Я тебе уже снес нормальных хпшек, а ты куда-то бежишь, 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 а куда он пошел? 500, 600, соточку, 700, 200 восстановим, хорошо. Дядя, 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 иди сюда, мой молодой. Ой-ой-ой, так, где мой патрон, патрончик, иди сюда, баллончик, ну хватит жрать, 3, 2, 1, пуск, ей, так, все нормально, ребятки, все хорошо, все отлично, это мы отправляем на VIP-заправочку. Так, здесь у нас что у нас есть? Хилочку добавить, вот это взять. И можно идти бомбить. Все, мы быстренько его слили. Сейчас мы также быстренько все дело пролетим через верх. Вот эти все моменты всех зомбарей я не буду убивать. Они мне не нужны. Я надеюсь, конечно. Вот. Ну, конечно, да, здесь придется нам убить, потому что они будут мешать нам вот эту именно толпу волну, которая находится прямо здесь. Вот, это понятно. Это понятно, нужно будет снести, потому что все будет мешать. Ага, я понял. Пошли вон. Так, отлично, раз продамажил пацанов. Потеряли. Ну, ничего страшного в этом нету. Мы можем, в принципе, выходить наверх. Ну, давайте добьем вот этого зомбаря, и вот этого можно добить. Все, наверх мы вышли. Здесь у нас можно использовать ВСС, можно использовать СКАР. Как кому удобно, ребят. Как кому удобно, потому что лично мне удобно, конечно. Блин, а мне хватит оружки? Посмотрите, сколько у меня оружки мало осталось. Так, ладно, попробуем, поехали. Так, пошел вон один, второй пошел. Есть, да, сколько там их? Штук 5, наверное, или 3. Не знаю, сколько их там есть, но ладно. Так, поехали. Раз. О, дробашом. Вы видели, какой урон от дробаша? У него просто кабину погнуло, ребят. Кабина согнулась у него. Ох ты, гаденыш. Ну, нормально. Я не буду ничего тут сканировать. Здесь мне ничего не нужно, кроме последнего, конечно же, ящичка.
Вот, мы здесь у нас делаем вот такие вот манипуляйшн. А пошел вон. Ну, нормально, нормально. Как раз добил все пушки. И получилось так, что мы с вами просто кулачками его добомбили. Так, все, тут мы ящики не сканируем. Напомню вам, здесь, конечно же, взять нужно генезис, оружку. Тут как ни крути, нам по пути, скажем так, да. Вот, сразу вылетаем, чтобы нас не сносили очень больно, очень сильно. Вот, по 360 урона-то наносит гаденыш. Давай, 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 еще. Ай, ты задолбал, блин, гаденыш. Да давай, ты хватит меня долбить. Все, отлично, есть. Главное вот этих убить, потому что они реально очень много дамажат. Очень много. Паразиты, какие, что за паразиты здесь появились? Да блин, ты задолбал, дядя. Куда? Хватит бить черешню. Во, во, пошел. Откуда паразиты? Паразитов же не было. Да пошел вон, пошел вон. Все, здесь мы сделали ветер. Теперь мы идем наверх. Да, наша задача залутать один ящик. Я не буду все ящики лутать, уже повторюсь, не хочу. Там максимум, что может выпасть, это этот, как он называется. Ну, вы поняли, йод или как он? Да, йод вроде бы. И все, на этом все закончится. Так, берем вот это сюда, быстренько пробегаем. И все, идем открывать ящик, друзья. Открываем ящик, сканируем дрончиком обязательно. И выпрыгиваем назад. Груз отсканирован, мы видим данную надпись. И в принципе мы свободны. Мы свободны, мы спокойны. И можем бежать и выходить отсюда. Все ящики пропустили. Ну и хрен с ними. И идем мы открывать самый главный, самый топовый. С которого не выпадет, конечно же, нам схема. А то я всегда в видосе говорю, выпадет. Оно ни хрена не выпадает. Вот. А, подожди, это еще не конец, ребятки. Это еще не конец. Нам еще ж нужно запчасти для дрона забрать, ребят. Запчастики для дрона. Для дрона это у нас следующая бункер. Следующая камора наша. Все, давайте быстренько вот это сюда положим. Каморочку. Да тут вообще быстренько, секунд 20-30, не знаю, может 50. Так, пошел вон один, пошел вон второй. Давай третий, давай вон пошел. Так, хватит рыгать, драгуняра ты вонючая. Не знаю, есть ли смысл вообще открывать данный ящик. О, кстати, пофиксили, видите, ящик сверху появился. Значит, снизу не будет. Уже фиксанули. Выпадает журнал. Неплохо, да? То есть, есть даже какой-то смысл открыть, посмотреть. Чисто какой-то, например, вот этот, один-два ящичка. Так, ну что, здесь у нас поехали, роднули. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну давай, давай, давай. Хорошо, получаем урончик, хорошо. Так, здесь у нас есть... Не, тут я не буду ничего открывать. Ой-ой-ой-ой-ой. Что делаете? Вы что делаете? Гаденыши. Так, пацаны, пока. Вот, тут очень круто то, что ты можешь выйти, вот так вот взять оружие, подумать. Ага, надо хила добавить, к примеру. А, теперь можно спускаться. Спускаться можно легко. Давай. Ебой. Вообще как-то очень легко, очень быстро было все. Так. Тут мы переключаем электричество. Здесь открываем. Вот тут очень важный ящик. Вот здесь, ребята. Вот, видите, три запчасти для дрона. Вот это мы заберем. Я заберу, даже изоленту заберу, потому что у меня маловато очень сильно изолента. Ключи я не беру, они мне не нужны. У меня их 800 штук, и куда их девать, я не знаю. Так, все, тут у нас пошел дядя Великан или Пеликан, как его зовут. Не знаю, есть ли смысл там открывать. Ну, давай посмотрим. Хотя, в принципе, можно было посмотреть, было бы ящики. Там какое-то стекловолокно. Линзы, да, линзы, хорошо. Тогда давай и здесь откроем. Ладно, давай и тут откроем тоже. Вдруг линза, да, какая-то я заберу. Вот стекловолокно лишнее. Да, ребят, все-таки открывайте лучше, лучше открывайте. Вот, какие-то дополнительные резки мы можем получать 100%. Все, тут у нас опять шестеренки, молоточки, вот это. Вот, да нормально, нормально. Главное открывать, и все будет прекрасно. Все, тут мы прошли. Теперь ящик, ребят, теперь ящик, пошел вон. Все нормально, все отлично. Все, ящик четвертый. Наша задача это открыть только четвертый ящик. Вот и все, вот этот четвертый ящик мы открываем, получаем с вами вот такой вот манипуляйшн ящик. И, конечно же, не выпадает нам ничего интересного. Прикол. Так, ладно, тут можно что сделать?
можно удалить то, что в принципе тебе не нужно, да? Взять, удалить данные ресурсы, к примеру, вот эту хилочку. Та хилочка, в принципе, достаточно есть. Это удаляем. Вот такие вот риски, ребятки. Вот такие вот риски нам выпали. Не знаю, что вам сказать, но скажу, что вроде бы нормально. Может быть и нет, может быть и да. Но по чуть-чуть, потихонечку мы с вами открываем данные ящики и стараемся выбить схем. Вот так вот. Так что, вот такие вот дела. Надеюсь, ролик вам понравился. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока-пока, ребят.